Как великой тайны откровения видим мы в Писании Святом Церковь Божью после восхищения перед сочетанием со Христом, окруженная небесным воинством и в сопровождении подруг, выступает с царственным достоинством средь кортежа белоснежных слуг. Как она прекрасна, обаятельна, совершенство нежной красоты! Приглядись и посмотри внимательно, может быть, ее узнаешь ты, кем она была здесь, Савлом, Кифою, вспоминаю ряд имен и лиц. Может быть, она была Тавифою, что одежды шила для вдовиц. Может быть, Марией из Вифании, чья любовь так свята и чиста, нарда чистого благоухания веет с рук помазавших Христа. Чаще, видимо, в мужском обличии, свойственно духовному труду, не ища ни славы, ни величия, шла через побои и вражду. Не встречали здесь ее фанфарами, как Христа, апостолов его, били и бесчетными ударами, и по 40 без одного. Но в великий день преображения, славный и единственный в веках, шрамы превратились в украшения, а мозоли в перстни на руках. Блещут изумрудами, рубинами тонкие изящные персты. Прежние, покрытые морщинами, были далеки от красоты, шедшей под христовыми знаменами, сон детей Господних всех времен может исчисляться миллионами всяких человеческих имен. Но жена не будет многоликою, а единой множестве своем перестанет тайною великою быть ее единство со Христом. Та, что здесь была гонимой страницей, юродивой мнений людей, станет венценосною избранницей и подобною царю царей. Слава Богу!